Библейский портал экзегет.ру представляет. Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами изучение книги Священного Писания «Бытие» на библейском интернет-портале экзегет.ру. И с вами снова сегодня я, Сладков Андрей Иванович, декан Миссионерского факультета Российского Православного Университета. На прошлых занятиях мы с вами подробно рассмотрели, насколько это возможно и позволяет формат нашего времени. Четыре главы книги ⁇ Бытия ⁇ и остановились на четвертой главе. Мы видели, как Бог сотворил этот мир, и причина сотворения этого мира была одна, потому как совершенная любовь не может заниматься самолюбованием. Далее мы видели, что Бог творит человека и творит его с единственной целью, чтобы человек соединился с ним в своем подобии и образы, образе, по которому Бог творит его. И далее мы видели четвертая глава, несмотря на то, что сказано, Бог сотворил все весьма хорошо и человека, но человек отпадает от Бога. И вот уже четвертая глава рассказывает о том, как на Земле распространяется род Каинитов, это того человека, который убил своего родного брата Авеля, первого мученика на земле. И мы приступаем теперь уже к пятой главе. Помним, что четвертая глава заканчивается словами, продолжается целый род каинитов, заканчивается словами, что у Сифа также родился сын и нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа. Мы видим, что столько поколений не призывали имя Божие, люди жили в состоянии отрицания Бога в секулярном своем сознании, и этот род Каина, человека-убийцы, населял землю. И мы читаем с вами пятую главу. Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека. Подобию Божию создал его. Мужчина и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сив. Видим, что э, если первая глава книги Бытия 1.26 было сказано, что Господь сотворил человека по образу и подобию своему, то здесь уже пятая глава подчеркивает, что Люди теперь рождаются по подобию своему, по образу своему, и нарек имя Сиф, то есть тот человек, который рождается уже по подобию Адама. Это не случайно подчеркивается в Священном Писании, потому как, как и говорится у апостола Павла в, 5 пятой главе 12 стихе, что как одним человеком грех вошел в мир, так перешел во всех человеков. Теперь уже люди рождаются по подобию своему, с этой удобопреклонностью к ко греху, которая есть во всех людях, как апостол Павел пишет, доброе, которое хочу делать, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю, потому что во мне лежит закон греха. Вот эта порча, которая вошла в род человеческий, она теперь, как некая зараза греха, живет в человеческой природе. И снова повторю, поэтому Священное Писание здесь так и подчеркивается, что теперь люди рождаются Конечно же, не утеривая полностью образ и подобие Божие, но тем не менее являются наследниками и греха, которые восприняли в себя первые люди. Далее идет целое родословное в пятой главе, и мы с вами доходим до 20 стиха, где сказано, что все дней, всех же дней Иореда было 962 года, и он умер. Дальше говорится, что Енох жил 65 лет и родил Муфусала. И ходил Енох пред Богом по рождению Муфусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет и ходил Енох пред Богом и не стало его, потому что Бог взял его. Видим, что говорится о Муфусале, что Енох был сыном Муфусала, само имя Енох означает «человек». И мы видим здесь интереснейшие события, которые раскрывают перед нами Священное Писание. Сказано, что ходил Енох перед Богом и не стало его, потому что Бог взял его. Действительно, нам как бы говорится и о годах его жизни, 365 дней. Если мы хотим быть взятыми Богом на небо и быть наследниками Царствия Божия, то нам как бы указывается, что необходимо ходить перед Богом 365 дней в году. То есть каждый день который теперь есть, человек необходимо посвящать Богу. видим, что, да, Енохи будет сказано еще и позднее, и в книге Откровения Священного Писания, что перед вторым пришествием Енох и Илья придут в этот мир для того, чтобы обличить его в грехе. Они будут проповедовать, потом будут умершлены в центре человеческой цивилизации, и затем а будут воскрешены э, так же, как и все люди, о чем говорит апостол Павел, что не хочу оставить вас, братья, в неведении, э, что мертвые воскреснут прежде, а потом и вы в телах. То есть э, до второго пришествия, как мы с вами знаем, что Илья был тоже вознесен на колеснице огненной, так и Енох взятый Богом на небо, будет воскрешен в последние дни перед уничтожением Богом этой цивилизации. И потом уже, как я сказал, восхищен, будет воскрешен и восхищен на небо. Итак, мы видим с вами, что, вот, например, у Амроси Медиаланского есть слова следующие по поводу значения имени Инос, о чем я уже сказал. Вот он подтверждает эти слова, цитата. Мудрому свойственно удаляться от вожделений плоти, возвышать свою душу и уводить ее прочь от тела. Это и значит сознавать себя человеком. На халдейском наречии Енос по латыни человек. Мы знаем, что Амбросим Диаланский писал на латыни, поэтому этот язык был ему очень знаком, и он нам растолковывает имя Енох. Далее мы с вами читаем, что муфусал жил 187 лет и родил Ламеха. Это другой ламех. Не надо его путать с ламехом, которому сказано в 4 главе э, книги Бытие. Муфусал жил и родил Ламеха. По рождению Ламеха Муфусал жил 782 года, родил сынов и дочерей. Всех же дней муфусала было 969 лет. И он умер. Это самый э, самый такой долгожитель на планете Земля, поэтому когда православные люди, знающие Священное Писание, собираются, скажем, на день рождения или на какой-то еще праздник, то такой тост первый звучит, что «Будь как енох и живи долго, как муфусал». Человек, который не знаком с Священным Писанием, для него эти слова прозвучат странно, тот, кто знает Священное Писание, кто такой Енох, это, то есть живи так, чтобы быть взятым на небо, ну и проживи, если сможешь, как Муфусал, столько же долго на земле. Выбирай, что для тебя лучше. Действительно, в Священном Писании говорится о том, что Бог забирает людей к себе тогда, когда считает это нужным и в более лучшем состоянии человека. И это ясно здесь показано, что Енос ходил перед Богом, Енох, поэтому Бог и взял его. В нашей жизни мы часто задаем такой вопрос, почему, например, человек был такой хороший, вот как и здесь Енох ходил перед Богом, и вдруг его не стало, а вдруг он умер. Здесь нужно сказать, что Бог действительно смотрит на душу человека, насколько она готова, чтобы призвать ее к себе. Иногда вот такую историю читал в круге чтений, есть такой сборник, когда у одной матери умирает младенец. И она говорит, господи, почему, за что, что он сделал такого, почему ты его призвал к себе. Но когда так она печалилась и горевала об этом, взяла своего сына, да, принесла в храм Божий на отпевание, далее потом взяла его и принесла домой, сама начала читать псалтирь. вдруг она видит такую картину, бывает такое состояние от устали, от переживания, что и сон, и состояние как бы я ее видит, какую-то непотребную компанию, там сидят какие-то люди, непотребные женщины, пьянка, чат стоит, смрад. И вдруг какой-то человек выходит, мужчина из этой всей такой обрюши, весь из этой компании, заходит в курильную комнату, далее идет в туалетную комнату, берет веревку и пока заканчивает жизнь самоубийством. И вдруг она проснулась, и как бы ангел Божий говорит им, это если бы я не призвал сейчас твоего ребенка, был бы твой сын. А как известно, что самоубийцы царствие Божие не наследуют. Поэтому Бог знает лучшее наше состояние нашей души. Вот, например, мой друг и человек, которого я знал с 1995 -го года, вместе преподавали в Пережинской семинаре Отец Занил Сысоев. Он преподавал тогда миссиологию, я сектоведение, и вот до его убийства такого, потом я уже стал преподавать сектоведения, миссиологию, понятно людям верующим, почему так Господь все устраивает. И смотрите, сам факт, как был убит отец Даниил, это не на базарной площади, не за долги, не в какой-то там преступной перестрелке, а в центре храма совершает таинство исповеди. Это то есть, сам факт смерти, что значит, отец Даниил был в самом лучшем состоянии, в котором Господь его мог призвать. Живи он, может быть, дальше, может быть, были какие-то искушения или еще что-то, и что, может быть, и отклонение от пути, как сказано в Священном Писании, не думай, что стоишь, упадешь. Каждый человек может пасть. Поэтому Бог видел это самое лучшее состояние человека и в то время, когда он считает нужным, призывает его. Итак, далее мы с вами читаем, что Ламех жил 182 года, родил сына и нарек ему имя Ной, сказав, он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь. И жил Ламех по рождению Ноя 595 лет, и родил сынов и дочерей. Всех же дней Ламеха было 777 лет, и он умер. Ною было 500 лет, и родил Ной Сима, Хама и Иофета. То есть мы здесь встречаем впервые имя Ной. Мы видим, что он был сын Ламеха, прадед, да, праправнук Еноха. И о нем говорится, само имя Ной означает утешитель, так здесь и восклицается, что э, утешит нас. Видим, что у Ноя рождаются три сына: Сим, Хам и Иофет, э, от которых, как мы увидим впоследствии, изучая Священное Писание, пойдут три такие народности: Семиты, Хамиты и и Итак, пятая глава рассказывает нам о родословной. Теперь уже люди рождаются, рождаются по образу и подобию Адама. Мы видим, что Енох, человек, ходящий перед Богом, как образ для подражания, для того, чтобы взять, взятым быть человеку э, в Царстве Христова, э, ходить необходимо перед Богом ежедневно и помнить о том, что надо ходить перед Богом. Что это значит? Не то, что люди скажут о тебе думать об этом потому как апостол павел так и пишет я мне все равно что судят люди обо мне а что скажет обо мне бог и э, здесь заканчивается все тем что у ноя 5 глава рождаются три сына которых я сказал что более подробно мы увидим рассматривая шестую седьмую восьмую и девятую главу включительно эти главы в общем- то рассказывают о о всемирном потопе, о той катастрофе, которая произошла на планете Земля и о ее последствиях.